Да, наверное, русский. Всем здравствуйте. Я надеюсь, что всем будет понятно, что я говорю. Если вы не слышите перевода, то, пожалуйста, скажите мне. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов за приглашение на эту конференцию, чтобы поговорить о проекте, который я курирую. И также хочу поблагодарить за перевод на английский язык. Очень впечатляет, и мне очень понравились исследования, которые проводятся в ваших библиотеках. А сейчас позвольте мне поделиться с вами моим экраном. Всем ли видно презентацию? Да, всем видно. Perfect. Отлично. Когда мы говорим о монастырских библиотеках в Швейцарии, мы прежде всего думаем о Сан-Галлене или о Эйнзиндельском аббатстве, эти две бенедиктинских монастыря, которые имеют важные крупные библиотеки, которые представляют издания средних веков. Эти библиотеки построены в исторических зданиях, привлекающие многих. И библиотеки Святого Галла более 1600 книг, и большинство швейцарских монастырских библиотек, они довольно функциональны. Вы видите вот два примера на презентации. Часто эти библиотеки ориентированы на узкие потребности потребителей, читателей, и используются современные, к сожалению, современные электронные каталоги часто недоступны. Но сейчас я хочу поговорить о содержании моей презентации. Сначала я поговорю о проекте руководства для монастырских библиотек Швейцарии. Затем поговорю о состоянии монастырских библиотек в Швейцарии. Представлю общие соображения и поговорю о вызовах. И поговорю о первых результатах, которые получены при изучении монастырских библиотек в Швейцарии, хотя работа еще не завершена. И, наконец, я доступен для любых вопросов или комментариев. Давайте вернемся к примерам библиотек. Как я уже упомянул, большинство монастырских библиотек выглядят таким образом. Стоит отметить, что, возможно, в данных библиотеках меньше проводится исследований, чем в первых библиотеках, которые я показал. И, к сожалению, ситуация такая касается практически всех монастырских библиотек, что очень мало здесь исследований проводится. И поэтому проект «Монастырские библиотеки Швейцарии» желает изменить эту ситуацию. Целью проекта является представление текущей ситуации в библиотеках. И мы выбрали 65 библиотек. Это объясняется тем, что у нас существует 65 монастырских библиотек, которые были основаны до 1800 года, которые существуют в Швейцарии. 65 женских, мужских монастырей, 13 различных орденов Римско-католической церкви. И, конечно, существует
множество книг, датируемых различными годами. И в следующем году мы опубликуем статью на Helvetia Sacra сайте. Будут опубликованы данные нашего исследования, и я уже вкратце могу рассказать, о чем будут эти статьи. К сожалению, статьи не на английском, а на национальных языках Швейцарии, в частности, на французском в данном случае. И представляется информация, краткая характеристика фондов, перечень действующего исторического каталога, истории библиотеки и информация о здании и оборудовании. И также еще есть поле для комментариев и, наконец, библиографические описания. Подобные статьи, предполагается, будут описывать состояние монастырских библиотек, а также рассказывать о вызовах, которые стоят перед ними. Предполагается, что они станут основой для дальнейших исследований монастырских библиотек. В настоящий момент перед монастырями Швейцарии стоит целый ряд вызовов, и очень важно отразить ситуацию, которая сложилась в библиотеках, и важно также повысить осведомленность политиков и публики о состоянии монастырских библиотек. После краткой презентации Мы также поговорим о вызовах, связанных с сохранением коллекции. И первый вызов связан с разнообразностью книг. Существуют различия между монастырскими библиотеками. Существуют крупные бенедиктинские монастырские библиотеки. Здесь вот вы слева можете увидеть на моей презентации. Также существуют бенедиктинские библиотеки, как, например, библиотека монастыря Святого Гала, в которой работаю я. И эти бенедиктинские библиотеки часто филологического характера, но существуют и менее крупные библиотеки. Висти Тандинов, например. Вот видите капучинов. Вот видите вы различные фотографии. И часто здесь мистическая литература, то есть религиозная литература содержится. И в некоторых монастырских библиотеках существуют важные исторические документы, книги, оттиски до 1500 года, инкунамбулы. Например, в Капучин Систенс Глименштайн была создана коллекция 18-19 веков, и в некоторых библиотеках представлена целая линейка книг различных годов, и также представлены периоды, когда коллекции книг были разрушены пожарами или какими-либо политическими событиями. В данной библиотеке, например, вот посмотрите, здесь в средние века множество раз эта библиотека была разрушена, и здесь хранятся все оставшиеся рукописи. Для чего я это говорю? Для того,
то монастырские библиотеки очень различные. И вызовы, с которыми в целом сталкиваются монастырские библиотеки, они релевантны в отношении не всех этих библиотек. Думаю, что в целом вызовом для не только библиотек, но и монастырей является снижение последователей, религиозных приверженцев. В 1961 году, например, у нас было 858 монахов, которые жили в 51 монастыре, в 2019 только 128 в 15 монастырях, то есть и 15 из них было всего моложе 60 лет. И причины, почему все меньше и меньше последователей, не будем обсуждать, но последствия имеются и сказываются на культурном наследии монастырских библиотек и монастырей. Прежде всего, снижение верующих означает снижение и действующих монастырей. И, конечно, возникает вопрос, а что случится с библиотеками? В настоящий момент были предприняты усилия для того, чтобы перенести исторические коллекции в городские библиотеки. Преимуществом является, может быть, лучшие условия хранения, а также доступ публики к таким изданиям. Однако эти книги относятся к монастырским коллекциям, и сложно, наверное, одной библиотеке принять все издания. В результате часть коллекции, которая собиралась на протяжении многих веков, будет утеряна. Во-вторых, все сложнее существующим монастырям поддерживать свои библиотеки. Несмотря на меньшее число верующих, задач, стоящих перед монастырями, не меньше, и все сложнее и сложнее управляться с библиотеками. И да, мы создаем библиотечные каталоги, однако в большинстве монастырских библиотек онлайн-каталоги не используются. Здесь вот представлен слева, кстати, онлайн-каталог одной из монастырских библиотек. В большинстве монастырских библиотек существуют каталоги в виде Excel-файлов, и часто они плохо работают, поскольку в большинстве случаев они составлялись не экспертами. Кроме того, многие каталоги не обновлялись на протяжении и 20 прошедших лет, все меньше и меньше уделялось времени формированию соответствующих каталогов. И каталоги отражают лишь часть библиотеки, часто наиболее свежие издания в них вносятся. Следовательно, они не отражают всего книжного наследия монастырской библиотеки. И часто условия хранения книг не оптимальны. И некоторые книги страдают от того, что не хранятся в должных условиях. Поскольку исторические книги часто редко используются, часто они хранятся в определенной ячейке, на определенных стеллажах, как вот вы видите слева, и практически не используются.
На некоторых книгах лежит толстый слой пыли, или некоторые книги вообще хранятся просто в коробках на протяжении нескольких лет. Поэтому, конечно, существуют и хорошо управляемые монастырские библиотеки, но все-таки по причине снижения числа верующих все сложнее управлять монастырскими библиотеками, и поэтому возникает вопрос, а как же поступить по отношению к коллекциям монастырских библиотек? А монастырские библиотеки составляют этот целый культурный слой в Швейцарии. Мы считаем, что нужно говорить о вопросах сохранения данного культурного наследия. И мы должны это сделать основным условием проведения исследования. Моя презентация подошла к концу.